30 метров Арсений Арефьев пробегает чуть больше, чем за 6 секунд. А это уже серебряный значок ГТО. Скорость и выносливость мальчик тренирует на любимом футбольном поле. Я занимаюсь футболом, иногда волейболом. Футбол, потому что там развиваться, ноги качать, голы забивать. Отец Арсения, кстати, рос на втором любимом спорте мальчика – волейболе. И оба эти вида спорта всегда с семьей. Когда Арефьевы идут на пикник, важнее мангала для них спортинвентарь. Вышли, если даже на природу где-то, на пикник, у нас с собой всегда мяч. Потому что играют все. Все любят и волейбол, и футбол. Ну, я считаю, что это очень большая, нужная вещь для любой семьи. А сегодня семья, включая бабушку, на фестивале ГТО, где надо показать себя и каждому. Все мы вместе. Мы приехали из Тарасовского района, вот, своей семьей, чтобы попробовать себя, чтобы показать. В первую очередь показать подрастающему поколению, вот, сыну нашему, за то, что надо заниматься спортом, что это здорово. И просто вот ради хороших положительных эмоций. В командах дети, родители, бабушки, дедушки от 8 до 69 лет. Понятно, что для каждого возраста свои нормативы и система оценки. Мы оцениваем по 100-бальной шкале. Чем больше очков, тем лучше результат. Получается командный, плюс проводится и личное первенство. Каждый может выиграть или занять призовое место. А бабушка, допустим, выполняет личное первенство по своим нормативам. У них 4 норматива – пресс, отжимание, плавание и наклон. И вот, если она набирает больше, большое, лучшее количество очков, она становится чемпионом. Бег, плавание, подтягивание, рывок гири, отжимание от пола, метание мяча. Нормативов в комплексе ГТО много. Готов к труду и обороне, значит, развит разносторонне. А тут важно показать еще и общую силу семьи. Чем крепче наша семья, тем крепче наша страна. 10 фестивалей ГТО мы многоэтапных проводим. В этом году будет 11, добавится еще фестиваль для команд клубов по месту жительства. Мы, в принципе, хотим придать дополнительный импульс развитию семейного спорта. Семья-победитель этого посвященного году семьи фестиваля в августе представит Ростовскую область на всероссийском финале в Томске. Артем Аладамов, Юрий Санкин, Первый Ростовский.